up the volume to 11 on the dial. Всем привет, с вами Alice in Wonderland, и в этом видео я бы хотела поделиться своими фаворитами в косметике. Точнее, это видео называется как таг американских блогеров. Они не только говорят определенно про какую-то косметику, а называется, допустим, любимые фавориты там в ногтях, рассказывают о ногтях и что они больше предпочитают, допустим, румяна или бронзер, либо тональное средство или BB-крем. И то есть я посчитала, что это будет очень интересно, и при этом все теги видео, которые я смотрела на эту тему, они очень все интересны, поэтому я также хотела сделать такое видео, и я надеюсь, что вам эта идея нравится, и если вы заинтересованы, то, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Румяна или бронзер? Вообще-то я пользуюсь и тем, и тем, но если мне предстоит выбрать пользоваться до конца своих дней румянами либо бронзером, то я на 100% выберу бронзер. Ты не можешь находиться в течение всего года загорелой, красивой, и, конечно же, зимой у тебя кожа бледнее, и она тускла, и надо чем-то ее что-то нанести, чтобы она более сияла, поэтому бронзер будет больше помогать тебе делать лицо твоим более сияющим и красивым, чем румян. Потому что румян ты только нанесешь, но он придаст тебе какой-то румянец, но это не так красиво будет, как с бронзером, с красивым и сияющим. Поэтому мой выбор — это бронзер. Помада или блеск для губ? Я не пользуюсь так часто блесками для губ, и вообще, наверное, я ими почти не пользуюсь, если только они называются Lip Tart или Lip Cream. То есть это как бы помада, но она более жидкая. Я вообще ненавижу пользоваться блесками для губ. Во-первых, почти все блески для губ, хоть даже они вкусно будут пахнуть, они очень липкие. Поэтому я ненавижу, когда что-то липнет, что-то такое липкое. Я предпочитаю пользоваться помадами. Тем более мне больше нравится более матовый такой оттенок. И, допустим, сегодня я именно нанесла как такая кремовая помада. Она дает такой слегка, ну не шиммер, а просто приятный такой блеск. И как бы не матовая, и красивая, она абсолютно не липнет. Поэтому если бы мне нужно было выбрать между блеском для губ либо помадой, то я 100% выбрала бы помаду. Подводка или тушь? Так как я каждый день пользуюсь только подводкой, ну, в смысле, стрелки для меня — это необходимое в макияже. И тушью, в принципе, я не особо много пользуюсь, потому что я делаю ресницы себе наклеиваю. Поэтому 100% я выбрала бы подводку. Я считаю, что подводка и стрелки, они настолько подчеркивают глаза девушки, что ни одни тени красивые не смогут подчеркнуть. И ничто, никакой больше другой предмет из косметики не сможет так подчеркнуть твои глаза, как подводка. Жидкая, кремовая подводка, без разницы, но именно стрелки, они сделают твои глаза больше всего яркими и красивыми, выделяющимися. Поэтому мой выбор — точно подводка. Так, тональный крем или консилер? Или корректор, без разницы. Скажу честно, я пользуюсь и корректором, и консилером, но опять же, если мне нужно было бы выбрать что-то между этим двумя, то определенно консилер. Потому что тональная основа, она в принципе дает тон. То есть, когда я куда-то спешу, у меня нет времени делать макияж, я никогда не делаю тон. Некоторые девушки ошибочно думают, что они спешат, и они просто нанесут тон и думают, все отлично. На самом деле,
Если вы куда-то торопитесь и у вас нету времени сделать макияж, то я бы всем рекомендовала лучше за место тонального крема воспользоваться консилером. Потому что, в принципе, по идее, если у вас кожа довольно чистая, но у каждой девушки есть какие-то проблемы, проблемные зоны на лице, то есть там темные круги, либо какие-то прыщики, я бы настоятельно рекомендовала просто воспользоваться корректором, либо консилером, который осветляет, допустим, осветляющий корректор под глазами нанести, то есть он просто осветлит темные круги, тем самым он осветлит твой взгляд, и в принципе тебе уже не понадобится тональное средство. Поэтому мой выбор — корректор и консилер за место тонального, так как я в принципе, даже если бы мне сказали: Олеся, больше никогда в жизни не будешь пользоваться тональным кремом, я бы не настолько разочаровалась, потому что тональный крем, он не особо важен. Нейтральные оттенки, либо яркие оттенки теней. Вообще, я люблю, конечно, экспериментировать с яркими оттенками. Теней у меня очень много палеток с яркими, но, естественно, на каждый день, когда я работаю, я не могу пользоваться какими-нибудь супер-мега-яркими, красными, не знаю, бирюзовыми, черными тенями, smokey eyes. Нейтральные оттенки, пастельные, они только украсят твое лицо, и они всем идут, такие оттенки, то есть, допустим, если там бирюзовый какой-нибудь яркий оттенок, он не всем подойдет, не каждому типу глаз, то нейтральный, он подойдет абсолютно каждому, и он украсит абсолютно любую девушку. Поэтому, конечно же, нейтральные оттенки теней. И я считаю, что у каждой девушки в своей косметичке должны лежать палетка хотя бы одна натуральных матовых теней. Мне кажется, они просто необходимо иметь в своей косметичке. Компактные тени, либо пигменты, да, я так поняла. Вообще пигментами я не особо пользуюсь, да у меня и немного пигментов, у меня пару баночек с пигментами, и то они яркие. Потому что я считаю, если ты пользуешься пигментами, то лучше их брать каких-нибудь ярких цветов, потому что прессованные тени именно ярких оттенков, мне кажется, они не настолько будут пигментированы, как именно в такой рассыпчатой форме. Поэтому я бы предпочла, так как я пользуюсь, большую часть своего времени я пользуюсь именно то натуральными оттенками теней, то я бы выбрала прессованные тени. Кисточки или спонжик? 200% кисточка. Я ненавижу пользоваться спонжиками для лица. Я нашла для себя удобнее пользоваться кисточками. И девушки, не руками. Я не знаю, хоть бы что там ни говорили, какие визажисты, и вы не слушали, что самое идеальное средство наносить тональную основу, да, для лица, это пальцами. Это все бред. Самый хороший и ровный тон лица даст вам не спонжик даже, не руки, а именно кисточка. Следующая тема — это тело. Именно спрей для тела. Да, духи либо спрей для тела. В течение дня я всегда с собой беру такую небольшую баночку спреем для тела. Я просто, я не знаю, освежаюсь им. Мне кажется, это спрей для тела прекрасно освежает. Ты не сможешь в течение... Ну, не то, что не сможешь. Мне кажется, это не очень хорошо, когда ты в течение всего дня постоянно брызгаешься парфюмом, потому что парфюм, он более стойкий, и аромат у него сильнее. А спрей для тела, ты им побрызгаешься, он тебя освежит, и в течение, я не знаю, там часа-два часа он уже разветрится, тебя уже не так будет пахнуть. Поэтому я бы, в принципе, ну, конечно, духи незаменимы, поэтому если бы мне нужно было бы выбирать между спреем для тела и духами, я бы, наверное, выбрала духи. Все-таки духи есть духи, спрей для тела, он не на такой стойке. Хорошо иметь спрей, но самая важная часть — это, конечно же, духи. Поэтому я выбираю парфюм. Лосьон для тела или масло для тела? Я обожаю масло для тела, особенно, именно как называется, body butter. То есть, если вы знаете Body Shop, я прекрасно, что в России он тоже есть, то у них офигенные просто масла для тела со вкусом шоколада, со вкусом клубники всякие. И они на что-то напоминают просто густой лосьон для тела, но увлажняют намного больше, и запах дольше остается. Я обожаю Body Butter, масло для тела, но
Некоторые из них, особенно в том числе и масла от Body Shop, они остают такой кожей, когда ты наносишь, они очень долго впитываются и такое оставляет немножко грязи, то есть такой липкая кожа немножко противная, хоть даже они очень вкусно пахнут и они спустя там пару часов, да, они впитаются все равно и кожа мягкая, но само вот это вот ощущение долгое, такой липкости какой-то непонятной, мне оно не очень нравится. 100% body lotion, лосьон для тела, компани. Здесь есть один тоже такой вопрос, Lush или другие компании. Если кто не знает, здесь в Америке очень популярна такая компания, она называется Lush, производит всякие, как это, шипучки для ванн, всякие крема для тела, для волос. Она знаменитая тем, что у нее вся продукция косметическая, 100% натуральная, органическая, ручной работы и все дела. Она, конечно, немного дорогая. Честно, я ни разу ничего не покупала от Lush, только потому что, мне кажется, за такую небольшую баночку лосьона для тела давать 50 баксов, я просто, меня жаба давит. И мне проще сходить, допустим, даже в Body Shop и купить такую же вкусную баночку пахнущую, намного дешевле и больше. Поэтому я как-то даже не брала ничего в Lush, и я не знаю, если она есть в России. Если есть, то дайте мне знать. Если кто-то из вас покупал что-то в Lush, то посоветуйте мне, что вам очень понравилось, и что я бы тоже могла попробовать и взять. Если мне понравится, то я обязательно вам отвечу, поэтому... кудрявые волосы или прямые. Так как в этом видео я ношу более такие волнистые, да, сегодня, но 90% своего времени у меня волосы прямые. И если бы я выбирала завитые волосы, кудрявые, либо прямые, я бы выбрала не между тем. Я не иногда люблю делать свои волосы кудрявыми, но я люблю больше прямые. Поэтому я бы выбрала бы прямые волосы. Пучок или хвост? Иногда я делаю себе пучок, но мне кажется более красивее, сексуальнее, все равно волосы смотрятся. Мне нравится такой высокий хвост, когда ты делаешь, и ты выпрямляешь, особенно если волосы у тебя длинные, то я считаю, это вообще идеальный вариант, и очень легко это делается. И это смотрится тоже красиво и как-то элегантно, поэтому... Я ненавижу пучки. Раньше я обожала носить их, особенно в такие вот пончики, как они называют, донат. Такой завязываешь, ну, как резинка сверху, и наматываешь волосы. Из-за этого у тебя такая, получается, объемный пучок. Сейчас я их терпеть не могу, только потому, что очень много девушек носят эти пучки. Но я прекрасно знаю, что хвосты тоже все носят, но хвост — это классика. Я не знаю, но whatever. Может быть, это не классика, но... Мне больше нравится просто хвостик гладкий, высокий, да. Невидимки, либо красивые заколочки. Я никогда не носила и не ношу, ну окей, я носила их, когда я была маленькая, но я, в принципе, сейчас я никогда не ношу какие-то такие девчачьи, детские заколочки. Я никогда их не ношу сейчас, я их ненавижу. В мою ежедневную рутину обязательно входят невидимки. Я просто жить без них не могу. И любую прическу, которую бы я делала, мне кажется, для каждой девушки невидимки не необходимы. И, но единственное но этих невидимок, что ими никогда не запасешься. Сколько, какое бы количество ты их не купила, и каждый раз я покупаю набор невидимок, и я думаю, окей, вот сейчас я куплю этот набор невидимок, и я их буду складывать всегда, приучу себя складывать их в одно и то же место, чтобы они не терялись. В итоге что происходит каждый раз? Я их все равно постоянно теряю. Я не знаю, куда они деваются, они просто испаряются. То есть я куплю упаковку, спустя месяц у меня их нету, куда я деваю? Я их складываю в одно место, но они из этого места пропадают. Поэтому их единственный огромный минус этих невидимок, мне кажется, не только у меня, но есть это такая проблема, это они постоянно куда-то уходят, улетают, я не знаю, испаряются просто. Вот. Я выбираю, конечно же, невидимки, они необходимая часть, когда делаешь прическу, поэтому да, невидимки. What the fuck, man? Where's my barbecue? Спрей для волос либо гель.
Я не пользуюсь гелем, я не знаю, зачем, в принципе, им пользоваться, если только дайте короткие волосы. Поэтому hairspray, то есть спрей для волос, лак, да, то есть лак, либо гель для волос. Я к спреям, то есть лаком для волос, тоже пользуюсь почти каждый день, и он мне необходим, поэтому я выбираю спрей для волос обязательно. Так, длинные или короткие волосы? Какой-то период своей жизни я обожала короткие волосы, и у меня даже самой были короткие волосы. То есть я почти была подстрижена под мальчика, и мне казалось, это очень клево иметь короткую стрижку, которую ты можешь уложить гелем. Но спустя какое-то время, может быть, я повзрослела, я не знаю, что случилось. Сейчас мне кажется, это очень женственно и красиво, и я просто не могу себе представить, как бы я жила без длинных волос, поэтому 100% длинные волосы, и только длинные красивые волосы могут украсить девушку. Я не понимаю тех, которые постоянно стригутся коротко и делают короткие волосы. Это ведь так украшает девушку, когда у нее здоровые, красивые, сияющие длинные волосы. И мне кажется, это только больше привлекает всех, не только и мужчин, но и всех, в принципе, привлекает. И ты становишься привлекательной, поэтому 100% длинные волосы. Короткие челки прямые, либо челки на бок. По мне видно, да, что у меня, в принципе, у меня челка есть, но она такая как бы длинная, назад, и я это как-то пытаюсь укладывать. Поэтому, я не знаю, я раньше я всякие челки проносила. Проносила, нет. Я всякие носила челки, у меня была и короткая прямая челка, и на бок. Но мне не идет, мне кажется, короткая такая челка, поэтому я предпочитаю такая набок удлиненная, и мне кажется, с ней можно будет больше как-то поиграть этой челкой, особенно когда ты укладываешь волосы. Мне кажется, красивее иметь именно челку такую длинноватую набок, ты можешь ее закрутить и как-то уложить, и мне кажется, она смотрится более женственней, поэтому я выбираю челка набок. Up or down? Волосы наверх или вниз? Также я уже говорила, смотря куда. Мне кажется, конечно, всегда очень привлекательно и красиво, когда у девушки волосы просто внизу, то есть down, да, распущенные волосы, слегка такие завитые, это смотрится привлекательно и красиво. И сразу волосы смотрятся такими более здоровыми. Но иногда, конечно, не то, что необходимо, и мне кажется, красиво сделать просто высокий такой красивый хвост. Выбирать между волосы хвостиком или распущенный. Я, конечно, выберу распущенный, потому что это смотрится гораздо красивее. И да, просто приятнее, когда у тебя волосы распущены, длинные, ты можешь потрогать, они красиво уложены. Поэтому я выбираю распущенный волос. Там весь тег, я надеюсь, видео мое вам понравилось, и я делаю тег на вас, так что тоже снимите видео, расскажите, что вам больше нравится. Под видео я напишу сам тег и что, какие там вопросы были, на какие я отвечала, чтобы вы тоже мне знали, какие вопросы к этому тегу. И да, напишите, не забудьте мне, что я вас спросила про лаш, если у вас есть лаш, что бы вы мне рекомендовали там взять. И спасибо всем за подписку. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить мне палец вверх и подписывайтесь на мой канал. И я вас увижу очень скоро. Пока!